Всем привет! Я продолжаю проходить одиночные миссии перед флешпоинт. Сегодня мы проходим наилегчайшую миссию под названием Хаммер. Я абсолютно не понял, что нам показывали в ролике, но ничего. Главное, нам нужно начать на Хаммере и доставить флаг. Абсолютно не понимаю, зачем это нужно, но давайте это пройдем. Так. Да, Хаммер, конечно, ужасно управляется, в отличие от джипа и легковой машины. Не знаю, может быть какой-нибудь праздник или еще что-нибудь такое. О, все. Спортивная машина. Не знаю, это миссия, наверное, для того, чтобы мы научились кататься на машинке перед следующей миссией. Не буду вам говорить, какая следующая миссия. Но там придется кататься. Машина тоже с флагом, кстати. Блин, сложно будет обогнать, однако. Опа, вот и все. Что на пути уже позади, осталось 1,5 километра. А можем клаксон нажимать. Далее я прыгну в газ. Выжимаю. Что это максимальная скорость. 60 миль в час, я так понимаю, едет. Или километров в час. Еще одна метка. Понятно. Ну и сейчас мы быстренько с этим справимся. Дорога уже похуже. Наша скорость стала чуть-чуть поменьше. На поворотах нужно сбрасывать, в общем-то, все такое. Так, все. Здесь вроде бы миссия кончается. Excellent. Я знаю, что я гениально. Хорошая работа.